О. У меня настоящий ПКшник. Ну, блин. Да вы Покарать мутаки. разыскиваемого преступника. Yes! Ачивка. Черт. Я, значит, убивал у того, блин, и мне ничего не дали. Но я предполагаю, что я уже убивал ПКшников. Нет. Ого. Или этого не убил. Ну ладно. Смотри, как маги фармят классно вообще. Что? Нападение, что ли? Я не уверен, но скорее всего это вражина. Подожди, а это кто бежит? Враг бежит. 53-й. Вбиваем его. Давай это. Где он? Этот Маба. парень. Блин, походу ты убил, да? И он даже всех мобов согрел. Блин, Да походу у нас по-моему не раз спасли. согрел, как-то он. Не, он меня одного не согрел. А, я-то вам аккуратничал как бог вообще. Видишь, он с пол хп бог. Угу. Нападаю. Почти добил. Я? Опять что ли 99? Да твою ж мать. Слышишь, на меня тут бежит один. Блин, ты черти где? Он возле нашей базы прям. Ну я иду. Я ж пока дойду, я в стелсе, там со мной мах. А он, наверное, пролетит мимо или нет. Не, не надо, ладно. Я тоже не хочу за ним гнаться, он походу пойдет на ПВЕ локацию. Он вызвал почту, мах. Блин, ну 17к я могу не слить. А там больше никого нету? Нет, он один. Да бегу к тебе на всех парах. Как бог вообще сейчас нападу, как будто знаешь. Так, один. Никто бежит. 16 левел, Черт. покет магам, льем. А не, стоп. Давай, наверное, все-таки к 16-му подползем. А мне это нравится. Смотри, нас уже трое кинут. Давай. Сейчас левел решил там сам бофф оформить. Я в прыжке такой, как кунг-фу просто. Ого. Вот тебе, блин, и маг. Не, ну это маг, блин, что ты хотел? Летит вражина. Попробуй его сбить. Почти убил тебя. Там еще один прилетел. Сейчас мне тут что-то пришло. По почте. Очень неудобно, ты не находишь? Они ж продаются по 3 голды каждая. Что? Вот такие почтовые ящики. Ну, лучше, конечно, когда вражина их открывает, умирает и все. Что-то бежит. Раненая наполовину. Не убегай. Лукарь. Еще что-то есть, бежит на пэте. Давай пэта собьем. Ты оби гад. Да не, я просто в нож ходы. Еще что-то пришло. Надеюсь, он не будет помогать. Ты такой дружный. Ага. Ладно, еще одну метку, сука. А что ж ты такой живучий, блин? Ты бы уже давно бы нас убил бы, если бы такой был живучий и нападал. У меня уже успел и стелс откатиться с такой живучестью, блин. Чего они все просто тупо не убегают?
Ну, в смысле, там, да, бегут трое, один убегает, а другой нет. Ну, да. А то, блин, то толпой нападает, то вообще не нападает. Слышишь, а ты, кстати, Роги учил на скорость передвижения? Она вроде бы добавляет еще 160 единиц ловкости. Интересно, это сильно до хера? Вообще-то я учил, конечно. Проворство ты имеешь в виду? Да. Да, учил. Я врубаю брусты очень часто, ты что? Это брусты у тебя? Я использую только, чтобы догнать мудака какого-нибудь. Не, я как брусты использую тоже. 51-й раз крутил. Он не один, что ли? Он выглядит вроде один. Не, не один. О, но все равно его убьем. А потом я его сейчас закрою. Пэта. А, не ясно, Пэте. Ладно, второго. Тут еще один, да. К сожалению, мобов нагрел на себя. Что я сюда, может, мобов спасетают. И немножко там тупанул Пэта, конечно. Хотя, знаешь, может, оно и к лучшему. Боюсь, нас будет этот чувак бы убил бы. Ну да. Кстати, вообще, тут, да, конечно, тут сейчас нас придут мстить. Мне кажется, мы отсюда уходим. Только как там через скапну. Правильно идем, да. Давай по над берегом идти. Давай отсюда вот. Действительно, игра про кланы получается. О. Будем? Поздно уже не сообразил. Пэт был наполовину раскручен. Я бы мог бы его сбить. Просто сбить? Я подумал, если ты... А? Сбить как? Дубить Пэта, блин. Ага. Ладно. Там есть кто-то. Угу. Ой, 54-й. Через Барда. Волш. И Архангел ЛЛ. Я завис. Херово тебе. У тебя 5 секунд до этого. А, есть, да? Еще внизу, чувак, аккуратно. Отходи отсюда нахер. Блин, у меня... Бред. Ничего, все нормально. Отойду, короче, он, конечно, сказал, что ты где-то здесь, но не нападает. Короче, не, знаешь... подожди, идет один убивать тебя. Угу. Давай, он. Раз, два, три. Нужно только от стелса отойти. Знаешь, что произошло? Я лагнул. Вот бред вообще. Получается, у меня стелс на мне тикал, но сам скилл не откатывался. Представляешь? То есть я выхожу со стелса, у меня еще 5 секунд до стелса. У меня все. О, кто бежит. Опять на одене. Нет. Он еще идет или нет? Да. Ну как-то бочком. Ушел в стелс. Ну ладно, давай так вот рассредоточимся. Я успел. Вернулся назад. Еще кто бежит? 50-й рысак. 53-й. Давай рысака на счет 3. Раз, два, три. Блин, еще один, твою мать. А вот он и вылез, мудак, мститель. Угу. А, мститель — это плохо. Давай мстителя. Этот пусть уходит. Ага. Ты мстить нам здесь не будешь, мудак. Хорошо, когда они набегают, да? Да, что-то они сегодня трусливые, на удивление. Аж карм хороший. Смотри, сколько мы долго не умираем, да? 52-й сейчас будет бежать сюда, походу. Угу. Давай рассредоточимся, будем его здесь ждать. Оп, стоп.
Ты подошел из-за угла. Да, я тоже думаю, надо убегать. На всякий случай. Угу. Так, там дядька. 52-й. Я один, если что, да? О, честное ПВП. Давай. Один, да? Нет, не один. Так, аккуратно там. Я нападаю, да? Нападаю. Смотри, там еще сзади от тебя. Ага, я вбегаю. На. Ого, ого, Мах, ты отстань, ты что, дурак, что ли? Я в стелс. Ну, распутался. От падения. Интересно, догонил. Блин, рискую. Лучше вернуться. Наверное, вернись. Потому что надо еще меня похилить. Ничем. Я был варан, ты меня не хилил. Потому что я не мог, наверное. Спасибо. Дебафнул сразу. Надо менять как-то позицию, блин. Да, здесь, конечно, весело. А согласись, подло, да, так, перекрыли дорогу. АФКшер, да? Да, да сегодня да, я что-то АФКшера вообще не убивал. Ну, уже поэтому все послушай. Да. Готов? Нет, да. Двое. Давай тот, кого тоже мы сейчас бьем. Еще один, что ли, да, с кустов. Давай тогда сразу второго. Угу. Да, гад. И третьего. Стой, куда собрался? А он не уходит. Он афкашит. А, он уже нет. Смотри, АФК минуту, да? Я же не убил, а он убил. Но он меня стукнул. Это было несправедливо, я подозреваю. Ману нет. Будем ждать, да? Да, на мосту пока тогда. Двое кого-то. Вот этого мы контролим, вот этого мы убиваем. Они меня спалили, поэтому я отхожу с моста. Черт, и я. Секунды, да? Или нет? Знаю, давай туда наступать. Там еще грифон справа. Грифон убегает. Бля, летающий грифон, ты видел? Да, видел. Не видел никогда такого. Так, сейчас оно пойдет. Еще раз, кого убивать? Единичку. Понял. Потом? Да. А. Он как-то выскочил. Он, по-моему, застрял, не? Застрял. Ну, по крайней мере, был застрявший. Подожди, у меня какая-то метка на мне. Это он кинул? Интересно, метка выбит меня со стелса? Черт. Да? Я просрал, да. Вообще метка не уводила меня со стелса, я проверял. Обычно эта метка стандартная. Ну вот она только что дикнула один раз и меня выбила. Я понял. Ну может я тут. Она, короче, когда рассеивается, она же наносит урон. 55-й, 12 хп. Ну я такой же буду, блин, когда кончится шмут. Ну, да я так что только не 55-й. А так такой же. А, она наносит 50-кратный числу, фига себе, то есть этому полученному удару, то есть надо по нему пострелять, тогда метка раз это. Глупо, да?
А, хотя как за время метки, да? Ну, то есть, получается, когда мы его ебошим вдвоем, метка рассеивается и ваншотит таким. Наверное, да. У меня уже манна есть, там кто-то стоит. Вот тут вдалеке, а он уже, кстати, полчаса там стоит. Ох, нет. Ну ты же стоял там полчаса. Так, он еще кто-то стоит. Достаточно далеко от гвардов, даже написано, что он отсутствует. Ага. Ну, готов? Давай пробуем, да. Обожаю эту кошелку. Надо было поберегти этот скилл. Так. Он нас спалил, но он очкует. Единичка, кстати, по простой палец, блин. Так, кто-то выбежал оттуда. Вон он. Единичка. Второй. Ну, идите сюда, конечно. Даже вы идете, ну ладно, мы за вами. Они такие, мы видели вас там, теперь давай обхитрим их и обойдем сбоку. Хитрые, да? Ага. Не, ну пошли на эти, на цыпочки. Сейчас будет лететь, смотри. Вон они, смотри. Вон они. Пускай тот падает, понял? А этого убьем. Да вот это я умный, да? Он на лошади относится. Неважно, этого убиваем. Во, где ты, блин? Черт, я понял, сейчас приду. Ладно, 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 добиваем чувака. Есть. Ай-яй-яй. О, вон молния шибанул мне. Где он? Улетел. Вон он, видишь, он на втором берегу. Предлагаю на пэтах и догнать. Отомстить за все. Спасибо, но... Вот он. Ай-яй-яй, черт, нет, он перелетает. Полетим за мной? Полетим. Вообще он нас может пришибить и убить об воду, нафиг. Обойдется его. Но он не додумает до этого. А теперь на пэтах его догоняем. Пэт быстрее, глайдер. Да, блин. Да, да. Почти. Блин, а я застрял в своей же этой, блин. Твою мать. Давай, давай, давай. Это тебе месть. The best. За то, что ты лучший. Да. Сюда, блин. Черт. Черт. Что такое? Нету пин... А, есть. Фух, я уже испугался. Чен, там кто-то есть, и он фармит. Он остался. И он качает ослика. Так, осличек. Блин, как бы так сделать? Сейчас я подойду, короче, его замедлю, я спал сразу. Блин, еще, не, сразу на него переключайся. И бурсты. Ладно, на осла. Да. Потому что я все равно потерялся что-то в скиллах. Так, на меня напали. Двое. Отходи, трое вообще-то. Блин, заморозили. Не знаю, как ты, я попробую уйти. Кмобом, 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 черт найдет, что ли? Вот гад. Не нашел? Не нашел пока. Нам камешек. Ну ладно, там кто-то должен был один остаться. Еще летит, подожди. Фух, прошли. Помедленно назад. Так его же не убивают. Фармят, что ли? Да, фармят мобов. Наверх лучше не иди, я там один раз уже попался, там выбивает стелс. Не иди наверх. Хорошо. Я боюсь, что я спалюсь. Ну ладно, давай попробуем их наслить. Думаешь? Не, не убьем, если они сейчас на одного пэта сядут.
Кстати, это деф, это вот эти вот, которых мы, которые ПКшники ходили нас впрячили. Ну, то есть фармили. Третий бежит, понятно, короче. Ну, пошли в другое место. Здесь надо плохо. Пошли обратно там, куда, откуда мы пришли. Сейчас дадут мне перейти дорогу. Блин, не дадут. В сторону. Пошли дальше. А чё они попритормаживали, слышишь? Ладно, пошли дальше. Я думал, меня спалят, слышишь? Прямо возле меня такие два раза все поостанавливались. А если бы они тебя спалили, ничего страшного, я бы тебе не помог. Ну я бы тебе тоже не помогал бы. В таких ситуациях каждый сам за себя. Вернее, ты бы меня, конечно, лучше бы спасал. Что-то какой-то фарм происходит. 34-й какой-то мап. О, тримаран припаркованный, видел? Угу, может поёт тримаран, что гоним. Готов? Сейчас, секундочку. Да, готов. Ну почти, вот, все, готов. Ты за старт метку, надеюсь, кидаешь, да? Потому что я кидаю вторую метку сразу в советскую. И получается плюс 50% ДПС. А потом уже на второго, если что, я кидаю метку. Черепахи долбят тримаран. Интересно, можно его угнать? Да его как-нибудь разбить. Сколько у него 1000 хп? Там, кстати, на борту чувак 50. Варден. Ага, вижу. Его, кстати, моба бьют. Ну, не надо, да, надо... А моба его сейчас убьют. Да черт. Не убили. Да убили. Думаешь, можно отсюда выкарабкаться, как думаешь? Смотри, летит чувак, аккуратно. Тут еще один. И вот он на 50% разбитый. Ай, блин, поднападай. Там еще один. Где? А, далеко. Черт. А, у тебя есть хорошая штучка, да? Ну, блин, я кому его все равно не достал. И я не знаю даже, стоит ли. Пока там нет никого. Ты уверен? Там я вижу троих. Ладно, отхожу. Смотри, как я остался. Вот я остался и плыву, видишь? Не, на поверхность сейчас. Не, ну я тебя все равно вижу, блин, кемп. Потому что ты со мной в этой, в пати. Не, ну вообще просто, что я так раз спалил, как ко мне с воды подкрадывались. Ну, кстати, зацени, у него на тримаранте, видишь, какие-то хрени классные. И там, кстати, кто-то плывет. Вижу. Он, кстати, плывет. Сейчас я залезу к нему на кораблик тоже. Еще один. Не, он с другой стороны. Вперед! Он не плавает. За тобой с двух сторон окружают. Вижу, я убегаю. Стелс веду. Я. Он в ловушечке застрял, 53-й, ну много хп. Видишь, еще один, 53-й. Да, у тебя есть ловушка закрыть вот этого мудака? Не, к сожалению, не учил. Блин, ну вот этого можно слить, он нубский. Мага? Запусти, да. И тут еще один лукарь. Да блин, 55-й мощный. Наверное. А, не. В таких ситуациях я не выживаю, когда меня прям впритык роги нападает. Отъебитесь, еще один, блин, тут еще фармеры. Вашу ж мать. Нахера столько фармеров. Быстрее! Блин, я стелс, но я его пока не заюзаю. Через сколько? Ну, через 8 секунд смогу. Интересно, он не догонит. Вообще он один. И это песня. Нет, за ним еще бежит один. Блин, до хера у него хп. Он как-то хильнулся, блин, прям просышь. В этот тем месяц за то, что ты меня снес, он сколько хп. Ого! Ну блин, давай! Убивай его сам, потому что меня раскоцало очень сильно. Я не уверен, что его сам убью, он какой-то, блин, сильно бронированный, блин.
И банки жрет, блин, крыса конченая. Я же не жру банки. Что у меня их нет, блин? Есть. Угу. Отцеплять от мобов. Угу. Ну, он бронированный был очень. Да, но он, вот он вроде танк. Потом без щита. На птичках метки вижу. Угу. Капров. Потом? Да. Со слом. Стелс? Там еще сзади. Думаешь? Там 55-ник. Ну один, да у меня стелса нету. Полечу, полетаю тут немножко. А ты пока попаси 55-ника. Он походу стелсы. Да он тоже ушел стелс. Можешь, наверное, пошел меня фармить. Я смотрю сзади. Где-то под 18 хп, вот он. Давай помогай. Ой-ой-ой. Не, уходи. Блин, такое неблагодарное дело пасти лучника в пред какого-то милишника, блин. Попробуй, может, тебя спасти, прибежать, но не уверен. А он меня не преследует. На удивление. А если преследует, то под стелсом. Но я тоже уже под стелсом. Его будем выбивать исключительно, когда он нападет на мобов, потому что он чересчур жесткий. Угу. Ну там прямо. Так, где-то были кустики. Блин, кустики обновить стелс. Я обновил, у меня 24 секунды. Кстати, у него пол хп. И пол, сейчас. Нападай на моба. У тебя же еще, блин, куча хп. Куча хп. Куда? Я вроде не полился. Видимо, мобы закончили. Не вовремя. Что мне не нравится. Не надо отомстить. Ну он чуть дальше, может он дальше фармит. А кто там умер? А, не, притворился мертвым. Регенится. Угу. Конечно, у него ник убиваю, блин. На том берегу там фармеры, классно бы пофармить их. Давай вот этого, может. Угу. Нападаю. Тут кто-то покашил, кровь лежит. Думаешь, я убегаю. Кстати, за тобой гонится. Ага, иди за ним медленно. Не, он уже вернулся, он уже передумал. 7 достался. Может и хорошо, может он сейчас подумает, тут никого нет. Че, мы на тот берег не пойдем? Хочешь? Мне кажется, на этом берегу меньше людей фармит. Тот же чувак, что нас убил. Хотя он, похоже, не тот. Его можно тоже фармануть. Да. Как же бесит твой телефон. Что-что? Все. Пашка что подозревала. Так, куда что пойдешь фармить? На эту? Угу. За разные стороны. Давай. Ого, я там долбанул был. Откуда ты знаешь, это ты, может это я? Я под бурстом. О, пока под бурстом. Вообще там 54-й, не знаю даже. Да, пошли уже.
Он нас не видит. И еще один качает лошадку, у него пол хп. Я уже, кстати, этого сына не убивал. Он был 48-й, а наш он задрул. Все, в этот раз точно в стелс. Иначе потом будет хуже только. И, наверное, блин, надо... Ну ладно. Сначала этого собачку, раз он так покашет. Не бережет он свою собачку. Сейчас ему расскажет. Смотри, что он о нем думает. А дальше даже не знаю, надо быстренько уходить, потому что сейчас начнут пстить. Они уже, скорее всего, полезли, уже, скорее всего, летят. Наверное. Так, ну тут меня все устраивает. Точно, который нам приснился с лутрулутом? Че? Ну лутро видюшку, где приснилось, там кто-то помнит? Я готов. Я тоже. И лошадь Маландрия. Сзади, да? Угу. Там ни хрена себе ты долбишь, блин. Это тот, у него надпись «Убиваю», конечно. Блин, их там несколько. Блин, ну, меня походу убивают. Я этого закрою. Уверен? Нет. Черт. Плохо. Блин, я даже не знаю, чем тебе помочь. У меня самого нету ПП. Баночку съем, попробую. Улетаем, короче, Кент. Любой ценой. Сейчас у меня доты послетают. Он просрал глайдер. Блин. Боже. Стелс есть? Ну нет. А есть, но не поможет. Или поможет. Или поможет. Мне поможет. Правда, тут пиздец. Вычисления идут. Ничего, я под воду нырнул. Лучше я задыхнусь. Кто подозрительно рядом с тобой? Разве? Не, ну мне так кажется, что... А, ты уже там. Я уже уплыл, дай боже, блин. Что, у меня дыхание под водой включилось? А, чувак, нет, тоже нырнул. Ну, под стелсом, я ж думаю, лучше нырять. Тогда не видно, что ты плывешь. Хотя, интересно, в бульке видно. Интересно, меня он сейчас спалил или нет? Нет. Все, уходи тут нормально, не найдешь это. Мстители, да, именно? Да. Опасность с такими вообще связывается. Да. Ушли они? Да. Что, да где там сохранился до сих пор? Так, ну этого мстителя помилует. Он меня, кстати, еще прицелил. Так, тут что-то идет. Черт, это вражеский, интересно, не расходит. Ой, кораблик. А, фой вообще. Можешь загарпунить кого-то, плюс. Ты на берег, да, пошел? Да. Можешь кого-то формануть. Он тебя видит, кстати. Он тебя выделяет, твой катер. Да? Нафига? Ты далеко? Далеко, но он плывет в нашу сторону. А за ним Галандриэль с лошадкой своей. Интересно, он не спалит, если он сейчас с ним зайдет.
Да, он стал. Ты плывешь вообще сюда, не? Да, да. У меня просто хп было, понт. О, я вижу. Вообще их несколько. Один раз коцан сзади убиваю. Второй тут стоит. Можно его попробовать фармануть. Давай, я напал. Какая ледяная стрела, ну, успокойся. Стелфер катился тебя? Да. Ну, у меня сейчас еще молния висит на мне, по-моему. А, не. Сейчас они ждут нас. Ну, возможно, аж придет и тот, сейчас резнется. Так, ну убиваю слабее, чем вот эта Габриэлька, у него защита. Ты уверен? Убиваю, нас похерячит. Ну давай попробуем убить его. Готов? Давай. Да, я закрою сейчас Габриэльку. Черт. Ушел стелс, ну ладно. Не, не ушел. А, да ладно, да отвали. Могу уйти. Под ускорялочкой. А что ж ты меня так преследуешь долго? Блин. Надо было, походу, даже не пробовать себя судить. За тобой двое. Просто уйди от них. Надеюсь, уйду. Чего мне сразу инстинкт бить меня, я не могу. Ныряй. Выжил? Почти. Я из-под воды стреляю, он не поймет, что его бьет. Ха-ха, дебил. Стрельнул сам не умрет. Да я тоже решил не добивать его. Себе дороже, блин. Я его обхитрил, понял? Портанулся под водой прям через него. И он такой, все, я не знаю, куда деться, я делся, блин. Ищет. В одежде ж ни хрена не видно, блин. 41-й злючий шутана. Да, я сейчас, наверное, попробую к тебе под стелсом проползти, либо сдохну. Ну, какой-то глайдер, блин, ускоряющийся. Вот гад, а я не перелечу, конечно, блин. Шо у тебя за глайдер, скотина ты? Блин, интуиция мне говорит, что я сдохну здесь. Да? Не, меня не видит никто, но что-то вот у меня вот такое ощущение. У меня идеальная позиция дозорного. Ну ладно, я сейчас иду к тебе тогда. Если там собрался умирать. Тут дело в том, что... Дело в том, что ребята бегают раненые. Наполовину. Стоило бы его, конечно, убить, но что-то я... АФКшеры под ником Гио, орден защитников. И кого ты тут защищаешь по пояс? В Одессе я, блин, и АФКша, блин. Тебе бежит наш враг. Мне вообще не заметно. Надеюсь, ты сейчас нападешь на нашего, я тебе в спину. Так не сильно далеко просто. Неужели меня не убьют? Ну я вижу, что он бежит. Не трогать его, да? Не, у меня далеко. Угу. Хм, странно. Я выжил. Но опасно было.
нам предлагают. Инстанс колыбель разрушения. Наемник предлагает. Так, кто-то идет. Угу. Гоп-стоп. Да, раз, два, три. Корни, стан, метки. Пулемет. Все. Что, пойдем в колыбель жизни? Это со мной так делают, я ненавижу. Колыбель жизни, эти колыбели разрушения пойдем? Да, наверное, сейчас еще раз убьем. Да, сольемся и все. Как боги ну, сейчас. Благородно. Вот убить с единичкой, значит, он нам чем-то заебал. Вот это еще уничтожит. Не знаю, чем. Кто-то сюда лучник. Еще бежит, он лучник. Мне лучник. Кажется, солью получше. Давай лучник. Ага. Не спасло. Не, не стоит. А вот тут стоит. Тут кто-то мелкий. А, не, 50-й. Вот, блин. Мы разом сбьем, да? Ух, ух, ух. Ну все. Как раз колыбель. Чудо там пойдем. Спасибо, что телепортанули, да?